Всем привет! Доброе утро! Мы сегодня с садиком Санфёна едем на ферму коровам. Будем доить коров и делать сыр. Так что следите за нашими сторис. Будем вам показывать. Скажи всем привет! Мы едем на автобусе общем. Мы приехали на ферму. Это в Масане. Вот такая здесь ферма. Здесь производится сеульское молоко. Здесь очень много вот туристов. Не туристов, а вот именно детей приезжают на экскурсии. Вот здесь есть такие животные. Козочки. Индюк. У нас все дети в одинаковых футболках. Вот все, мы сейчас располагаемся. Потом пойдем смотреть уже на корову. Вот смотрите, как здесь прикольно. Такой домик красивый. Ферма. Настоящая ферма. Ой, какой павлин там, Санфён, смотри, хвост раскрыл. Какой-то он ободранный немножко павлин и повернулся нам задом своим шикарным. Осторожно, не надо пальцы пихать, Санфён, ты что, он тебя клюнет. Почему-то они все вместе живут. Индюки, павлины и петухи. Давай, пойдем дальше смотреть, что здесь. Вот, мы обошли. Нет, он не ободранный. Ух ты. Красота. Красивый павлин. Вообще, с детским садом дети очень часто куда-то выезжают, буквально раз в 2 недели. Хотя вот во вторник, например, не ездили на мюзикл. Вот сегодня мы приехали из семьи прямо с мамочками все на мюзикл. Тут собака с козликами живет. Такие классные козлики. Первый раз вижу такого. Ой, Санфён, ты напугал собаку. Ой, бодается. Выгнал маленького козлика, да? Нагло. Ну все, наша экскурсия начала. У нас есть даже экскурсовод с микрофоном. 계실까요? 화장실 여기 계단 쪽에 있어요. 그럼 이제 здесь туалет. 이제 кто хочет сходить в туалет. Вот коровушки. Корейские коровушки. Да. Санфён счастлив. Он видит корову. У меня будет сегодня очень много сторис. Вот смотрите. Коровушки.
Так выглядит корейская ферма по производству молока. Так они живут. А здесь, смотри, телята, вот очередь. Все кормят по очереди телят. Все ждут своей очереди. Так, Санхён лезет без очереди. Очень по-русски. Санхён нельзя. Прикольная ферма здесь. Красивая, с лотосами. Боже, как они кушают молочко, это пьют, толкают друг друга. Так, наша экскурсия еще продолжается. Сейчас дети будут кормить уже больших коров сеном. Все, корова наелась уже, не хочет. Так, сейчас все одевают халатики, с ней фартуки, шапочки. Пойдем делать сыр. Как здесь классно вообще, как в домике Белоснежки. Давай сюда садимся. Мы в сказке. Показывают, как делать сыр, а потом мы будем готовить пиццу. Вот мы сделали сыр своими руками. Классно, да? Сейчас будем делать пиццу. Вот все делают. Вот сыр, который мы сделали сами, моцарелла. Вкусно. Вау, и сейчас мы будем делать пиццу. Да, Санхён? Да. Вот. Заготовки уже есть. Будем делать вкусную пиццу. Вот так здесь. Прикольно. Pizza Factory. Санхён уже облизывается. Вот
чтобы наша пицца подоспела. Он обожает пиццу. Маюшка, ты запущай. Не беспокойся, запущай только тесто. А сейчас у нас вот такой пикничок. Что ты делаешь, Санхён? Ты взял, бросил яйцо. Ты ужасен. Майя научилась пить из трубочки. Сообразила. Таким образом я убила. Смотрите, какой красивый здесь тоннель. Да, туда, туда. Все, наша экскурсия заканчивается. Мы уже скоро поедем домой. Хорошо поели. Блин, здесь так красиво, на этой ферме. Здесь какие-то цветы. Вау. Ларикот. Не знаю, как это будет по-русски. Вот такая здесь арочка волшебная. Дети достают бедного кролика. В общем, это такая ферма. Сюда приезжают именно дети из детских садиков, начальной школы на экскурсию, чтобы изучить вообще процесс, познакомиться с животными. Вот таким образом учат детей. Вот так называется ферма mosanfarm.com. Честно, я не знаю, сюда можно ли вообще единолично приехать. Без понятия. По своему основу сюда приезжают группами. Это находится в Паджу, примерно в 40 минутах отсюда. Майя! Майя, ну как ты делаешь? С ужином. И вот такой супчик нас ждет с говядиной, с овощами, с грибами. В ресторане такая плиточка сразу. Ужин.